Ребята, всем привет! Вы на канале Санишка Играем Вместе. И сегодня мы с нашим котиком Мартином расскажем вам про такого чудесного котика от компании Фури Рил. Главное, чтобы наш Мартин этого котика не цопнул лапкой своей. Это вот уже покушается. Смотрите. О, наш Мартин прям заинтересовался этим котиком. Смотрите, этот чудесный котик, он прям как настоящий. У него такой язычок есть, ротик. Надавливаешь на него, и он издает разные звуки. Такой он плюшевый, красивый, прям как настоящий. Ну-ка, Мартин, держи тебе друга. У этого котика входит в комплект такая сосочка, и его можно покормить. Смотрите, какая классная сосочка. Прям как молочко такое там перекатывается. Я бы сама такую пососала сосочку. А ты, Мартин, хочешь? Мартин заинтересовался. Ну, давайте покормим нашего котика. Так, котик наш падает. Сидеть. Смотрите, как наш котик пьет. Ему прям нравится. Видите, издает разные звуки. А ты, Мартин, хочешь пососать такую сосочку? Попить молочка? Смотрите, Мартина наш котик заинтересовал. Потому что он такой действительно как живой котенок. И смотрите, даже нашему коту интересно. О, слышите? Заснул, напился молочка наш котик и заснул. Вот эта марка от компании Фури Рил делает очень качественные игрушки. Это моя самая любимая марка игрушек. Прям с такими игрушками очень приятно играть. А ты, Мартин, не надумал? Смотри, как Мартин перекатывается. Мартин не поймет, что это такое. Видишь, молочко здесь. Молочко. Ну, давай последний раз покормим нашего котика, чтобы он точно напился молочка и совсем успокоился. Мяу. А может быть, ты хочешь с ложечки поесть? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Смотрите, с ложечки он тоже ест, оказывается. И ты, Мартин, с ложечки поешь. Ням-н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 ям. Смотрите, можно еще с нашим котиком поиграться такой палочкой. Это специально для котиков. Котики любят такие мохнатые палочки. О, смотрите, и нашему котику нравится, и нашему живому еще даже больше Мартину нравится. Мартин. Нравится тебе? О, смотрите, как здорово. Ну-ка, а тебе? А тебе? Давайте ему на ротик надавим, чтобы он ожил. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ему больше нравится сосочку сосать, а Мартину вот с этой штучкой играться мохнатой. Хо-хо-хо-хо-хо. Мартин, ну ты только не съешь нашего друга. Ну, вообще у нас Мартин очень добрый, конечно, он нашего друга не съест. Вот такая, ребята, замечательная у нас игрушка. Очень здорово с ней играть, такие вот приятные у этого котика розовые лапки. И такая прям шкурка, что этого котика прям не хочется выпускать из рук. Хочется его кормить и кормить. Вот этой вот чудной сосочкой. А вам, ребята, если понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые интересные видео. Всем пока! Вам котик машет пока и целует вас. Пока-пока-пока!